Да, жаль. 23 для Катрин Тасевой. Сейчас Екатерина Галкина. Взрослые, техничные композиции всегда демонстрирует Екатерина Галкина. В них всегда столько много разных задумок, каких-то изюминок и по работе предмету, и по работе телом. Все ее элементы всегда логично связаны, ни одной паузы нет в перемещениях или каких-то связях между элементами. Красивые, яркие, эмоциональные движения. Вот такое танго Астора Пьяццоллы от Екатерины Галкиной. Сама гимнастка иронично в интервью о себе говорит о том, что она любит пострадать на ковре. Такие у нее эмоциональные композиции с драматизмом. Женственную, взрослую художественную гимнастику. Я хотела бы добавить, что она демонстрирует и классическую работу, работой самими булавами. Она аккуратно держит их за шарики. Быстрые, аккуратные, красивые движения в правильных плоскостях. Прекрасная, чистая работа.